Так, такая интересная точка ТР-2 где-то там наверху. Вот точка. Где-то здесь. А машина здесь. Точка 258. Нахуй верти, блядь. Завтра еще, блядь. Точка 3 метра. Говорили уже, что козлы организатор. Так, лебедятся за камень. Лишь бы он не вырвал это все, не завалилось вниз. Так. Оно примерно везде одинаково. Ну, тут только надо за дерево цепляться. Если это хуйня, за дерево? Ну, блин, деревья там так высоко. Пока что наматываем лицо. Камень. Так, да, вот этот камень реально, блин, мешает. Еще чуть-чуть не хватает. Так, надо его повернуть немного. Тойота. А то береза мешает. Цепляют за камни. Повыше. Так, зацепили нас это так, за самый угол. Да. Так, следующая попытка. За эти камни цепляемся. По машину надо немного влево повернуть. Мешает береза подъехать. Держит, пока держит, да. Пока теперь надо, чтобы машина повернула задом. Ай, ну, повернули, по крайней мере. Что хотели сделать, сделали. Ну, теперь осталось где-то зацепиться за какой-то камень и прямо назад. Так, спускается. А, сейчас на каменюку задом сядет. Блять, камень, сейчас тут вылетит, а это все посыпется.
спустился. Открыли народ, а? Сейчас попробует 70-ка своим ходом. Вот сюда вот. Камней больших нет, но мелких там много, чтобы никуда его не снесло. Сейчас посмотрим. Зацепят за какой-нибудь камень. Если камень не вырвет, то должны доехать все-таки. Так, лебедица. Конечно, такие камни тут не сильно крепкие. Все сыпется. И камера не передает, по-моему, всей этой картинки. Но реально тут очень стрёмно. Так, зацепили. Сейчас будем смотреть. Ну давай тогда. С Богом. Убирай раку, если тебе не мешает. Нормально. Пока. Пока едем. Еще. Идет даже? Идет, идет. Но он просто остановил. Руль влево, блядь. Нормально. О, красавец. Так что, блин, отойти подальше, показать. Где он сидит? Реально под таким углом, на камнях скользких. И лебедка зацеплена тоже там, такой камень, что вот-вот и вывалится. Так, точку взяли, теперь аккуратненько и медленно спуститься. Что там опять берет? Ох ты. Так, ну, отцепили, взяли, молодцы. Так, точка ТР-1. Сейчас пойдет гитара. И надо полностью вывеситься. И вверх. Так, штурман закидывает инструмент свой, за то дерево будем цепляться, и машина будет под 90 градусов вверх вывешиваться. Так, лебедку за дерево зацепили. Так, цепляют там наверху через блок. Так, чего-то гитарка заглохла и не хочет заводиться. Испугалась-то. Что с ней будут делать сейчас. Так, по стартеру пару раз ударили, и машина завелась. Так что витарке предстоит все-таки карабкаться. Да, через блок, наверное, не зря. Что-то порвет верю, а что-то подложить хотят. Порвет трос.
Хуторка пошла вверх. Так, потом нашел на нас. Сань, мотор, смотри, когда будет висеть совсем. Нет, еще давай. О, дерево, дерево! А что, а дальше попробовать, нет? А ногой нельзя? Не, ногой нельзя. Так, буквально не хватает дотянуться, сантиметров 15. Сейчас решили накидать под колеса камни и попробовать еще подтянуться, может дерево полностью на них не рухнет. Это опасно, слушайте, хорошо. Давай спокойно, все да. Отлично, я заснял. Зато следующие участники будут уже знать, что надо лебедиться где-то дальше. Маленький, легкий Сузуки. Так и пусть. Так пусть так едет, заодно дерево уберет. Давай мы муравьем. Так, теперь лебедиться надо где-то подальше. Так, сейчас штурман. Все удлинители, лебедку и наверх. Так, штурман забрался куда-то туда далеко наверх. Но теперь должны, наверное, подняться уже. Там дерево помощнее. Не получится, берет. Погоди. Стой! Отдай! Подожди. Как оно тут будет? А ну стоп. Вот так на лебедке. Не трогай руль. Так как раз. О, все равно уже подняли. Он уже дополз. Не, еще чуть-чуть. Ну почти, надо спускаться. Лучший мотор, наверное. Подожди, пусть это. Да не надо. Чуть-чуть там, чуть-чуть буквально. Да. Что да? Еще сантиметров. 10-15. 10-15. Хорош? Я слышу. Давай, ты длиннее. Бля, я чувствую себя квадроциклистом. Да-да. Только большой квадроцикл. Так, все, точка взята. Подъехал такой серьезно подготовленный 208 экипаж ТР-2. Где-то сейчас он сюда будет заезжать в лес. Между камней, по камням, по деревьям. Так, и Жейка едет.
Да. Отлично. Ну, машина тут серьезно подготовленная. Неплохой автомобиль. Подготовлен хорошо. Каменюка впереди. Подъехали. Так, ну и Джейка взяла и на выход. Поехали мы так. Вы на ту? Да. Да, подъедем. Thank you.
Мощи, конечно, тут немерено. Выехал. Toyota это поедет на вот эту горную точку, где 70-ка недавно была.